Всем привет, на связи Роман Калугин. И сегодня у нас на обзоре радиосинхронизаторы Pixel Pen модель TF361. Они китайского производства и куплены в магазине Player.ru. Ссылку на них я оставлю в описании. Итак, что у нас входит в комплект? Я их уже распаковывал, тестировал. И хочу сказать, что за сравнительно недорогую цену достойно себя показали на съемке. Здесь у нас есть переключатель каналов. Сейчас я поставил их на канал 1. Что у нас здесь? Здесь идет комплект проводов. Я так полагаю, как описывает производитель. Кстати, в магазине мне дали еще вот такой мануал на русском языке, где написано, что радиус их действия 80 метров. Выдержка, синхронизация вспышки может составлять до 1/250. Итак, здесь у нас соединительный кабель 2,5 мм на 3,5 мм. Кабель еще 2 мини-джека на конце. Мини-джек и джек. И еще один кабель. Итак, берем, вот у меня есть вспышечка. Кстати, вспышка, как и синхронизаторы, кэноновская. Так, вот здесь включается. Он. Включаем вспышку. Только можно ее так положить. Камера. Передатчик мы устанавливаем на камеру. Удерживая кнопку, включаем. Смотрим. Сигнал идет. Ставим вспышку в режим Slave. Итак, чтобы использовать этот радиосинхронизатор в качестве пульта управления, берем вот этот шнур, соединительный кабель 2,5 мм. Один конец вставляем сюда. До щелчка. Второй в камеру. Вот гнездо. Есть. Включаем. Так. На камере, в настройках камеры выставляем режим съемки покадровая. Обратите внимание на передатчики, самое верхнее окошко тоже выставляем, чтобы лампочка горела здесь. Нажатием на кнопочку on-off у нас переключение идет. Вот, загорелось вот это окошечко. Теперь все готово для съемки. Сфокусировались, готов кадр.
Ну вот и все. Если понравился обзор, ставь лайк. Кстати, во всем Ютубе нет ни одного урока на русском языке. Это первый. Поэтому буду рад вашим комментариям. Подписывайтесь на канал.